По традиции 7 января жители и гости алмазной столицы собираются на ледовом шоу. Воспитанники и тренеры секции фигурного катания Дворца спорта «Кимберлит» и в этом году готовят интересную программу. Репетиции шоу начались еще в сентябре. О том, какую постановку увидят зрители и что их ждет, расскажет Анна Винокурова. На ледовой арене, где уже больше часа тренируются участники шоу, очень холодно. Но ребята не обращают внимания на минусовую температуру. Энергичная музыка и подбадривание тренера не дают замерзнуть. Меньше чем через месяц мирненцы увидят красочное рождественское ледовое шоу. Подготовку мы начали, как всегда, в сентябре. Летом были у нас несколько споров именно по какую сказку мы будем представлять. А выбрали тренеры и спортсмены на этот раз бременских музыкантов. Ожившая на льду сказка, потрясающие воображения декорации и костюмы – все это ждет гостей представления. Подготовка ведется плотная, участников будет предостаточно, хотя в принципе героев в самом мультике очень мало, по сути бременские музыканты. Король, там охрана, но мы все равно подключаем детишек, они у нас будут и общий танец танцевать. Сейчас спортсмены каждый день совершенствуют танцы. Костюмы бременских музыкантов почти готовы. Их шьют по особым требованиям, чтобы не мешали артистам во время исполнения номеров. Я смотрю на тренировках, как наши спортсмены раскатываются, какие движения делают. И мне нужно обязательно узнать, как им будет удобно в костюмах двигаться, чтобы они им не мешали. В данном случае вот маски, я смотрю, что они немного будут им мешать, но вот им нужно раскататься и привыкнуть. В шоу примет участие все воспитанники секции фигурного катания культурно-спортивного комплекса «Алроса». Опытные спортсмены исполнят главные роли, а начинающие юные фигуристы будут в массовке. Я танцую охрану, и мы его репетируем каждый день. Новшеством ледового шоу станет участие в нем и зрителей. Для них тренеры и спортсмены устроят флешмоб. В этом году мы будем еще обращать внимание, чтобы зритель у нас не заскучал. Надеюсь, он вместе с нами будет танцевать. Специально для них я сделала танец, который очень простые движения. Он будет в стиле флешмоба. То есть, чтобы зритель мог встать и потанцевать вместе с участниками шоу. Новая программа фигуристов будет представлена в Мирном в Рождество 7 января, а в марте ее увидят зрители Удачного. Билеты на бременских музыкантов поступят в продажу 26 декабря. Анна Винокурова, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край».